Комплект морды МПС на Mazda 3 хэтчбэк, также подходит на МПС и на двухлитровую. На седан точно не встанет. В комплект входит крылья, пороги. Это в белом гликауте. Капот у нас в этом в бежевом келе. Бампер у нас под покраску в грунте. Тут тоже крыло. Так, ну сейчас буду по отдельности показывать по каждым элементам. Стоимость всего комплекта, который представлен здесь, 28 тысяч рублей со скидкой при заказе такой морды. Ну, этот комплект требует такой основательной подгонки. То есть им должны заниматься люди, которые умеют работать со стеклопластиком. По подгонке, так скажем, по сложности 8 из 10 по сложности. То есть где-то резать, где-то наращивать. Надо смотреть по машине.